Всем привет! Это видос о том, как я исправил ошибку мастеров. Положили маяк на гипсовый раствор. По истечению 20 лет стена лопнула. Гипс при внешних работах использовать нельзя. А если использовать, сразу же его нужно удалять. И вот вам результат отслоения штукатурного слоя в 3 сантиметра. Как говорится, ничего страшного, сейчас буду все это исправлять. Первым делом обстукиваю стену, выявляю пустоты и делаю метки, чтобы понять, какой слой в воздухе. До шва нужно все убирать, нехилый кусок, в 1 метр. Ну как же без сына, без помощника? Он всегда мне помогает. Собираем корыто для песка. Ну как-то так. Рулетку приложил, 3-сантиметровый слой. Отслоился. Без армированной сетки тут не обойтись. Прикладываю доску, буду вылавливать уровень. Мешает камень, буду убирать. Отлично. Делаю замер стены. Обрезать сетку или не надо? В моем случае не надо. У меня 1 на 2. Как раз. Делаю отверстие для дюбелей, на которых будет прикручена сетка.
перед нанесением черновой штукатурки нужно обязательно обработать стену грунтовкой глубокого проникновения. Но если нет грунтовки, можно просто водой смочить стену. Короче, закидывать нужно шлепками. Это чтобы постоянно не смачивать ее, потому что она потрескается. Буду собирать небольшие леса. Сам процесс затягивания стены под правило я не смог записать. Запишу, как я уже буду чистовой затирать, и покажу, как я правилом буду тянуть. И это будет финишный слой. А вот мастер, который это все делал. Всем спасибо за просмотр. Пока!